У таку зимню пору, коли на вулиці холодно, хочеться здобути якесь додаткове тепло, якусь додаткову енергію. Саме про це ми будемо говорити з нашим наступним ранковим гостем. Сьогодні до студії «Нового дня» завітав Єгор Волошин, представник Solar Service. Вітаємо вас. Робота, которой зайнялась ваша компанія, дійсно облетіла зараз весь інтернет, весь Ніколаїв, сонячне дерево, яке встановлюється на Соборній. Вийшло презентаційне відео, я пропоную його вместе з вами зараз показати нашим телезрителям, після чого ми обсудимо, взагалі, для чого це все ви робите. Где-то на уровне вот этого крепления. Это солнечное дерево, которое позволяет жителям города Николаева подзаряжать свои мобильные гаджеты в течение дня без 220 вольт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук домов. Так называемое солнечное дерево в виде дерева из металла. На кровле дерева будет солнечные панели, аккумуляторы, и с помощью него можно будет заряжать мобильные телефоны, гаджеты, и плюс еще ночью будет подсветка самого дерева. Инициатива предпринимателей города Николаева. Мы переняли эстафету у наших друзей из соседних городов, из Тернополя, из Ивано-Франковска, из Днепра, и решили организовать краудфандинг в Николаеве и предпринимателями сделать подарок городу Николаеву. Ко дню Святого Николая и 19 декабря у нас запланировано открытие. Вот такое солнечное дерево устанавливается в центре нашего города, на центральной улице. Хотелось бы еще раз от вас услышать цель его установки и на что он будет работать. Ну, на самом деле, Николаев не является новатором в подобной установке такого дерева в Украине. И в целом в мире такие деревья устанавливаются достаточно в больших городах, в большое количество городов в Европе и вообще по миру. Цель довольно простая и банальная – это популяризация альтернативной энергетики среди жителей города, для того, чтобы человек мог воочию убедиться, как энергия солнца может быть трансформирована в электричество, и любой прохожий, любой житель Николаева может воспользоваться услугой нашего дерева для подзарядки своего мобильного телефона или гаджета, или планшета, или там, электронной книги. Механизм его работы простой. В течение солнечного дня дерево питается через панели солнечные аккумуляторы, которые потом ночью позволяют, в течение дня и ночью, позволяют заряжать жителям, повторюсь, опять же, свои приборы, гаджеты, а также светодиодное современное освещение создает прекрасную атмосферу. Я думаю, что сейчас развеем миф всех, кто сомневался, что солнечные батареи работают только летом, когда солнце хорошо светит. Зимой они также продуктивно работают? Я не скажу, что они также пиковая, как качественная нагрузка, это, естественно, солнечные летние дни, но зимой это позволит заряжать телефон. Хотелось бы узнать, как вообще у вас возникло, у вашей компании, установить это дерево в нашем городе, потому что, насколько мы знаем, вы работали чисто на своем энтузиазме за собственный счет. Да, это факт. Идея возникла у нескольких предпринимателей города Николаева. Участвует конкретно эта компания Solar Service, компания Николаев Стройпромконструкция, рекламное агентство «Башня» и компания «Укрлет Лайт». Каждая из этих компаний вносила свой посильный вклад в реализацию этого проекта. Сколько этот проект вообще задумывался и сколько ушло на установку солнечного дерева? Ну, на самом деле, идея возникла достаточно давно, а реализована была фактически за 5 дней. Вы
возник вопрос, я думаю, у каждого николаевца, сколько таких деревьев можно еще установить на соборной, потому что действительно очень полезные. Ну, тут в данном случае инициатива будет лежать у наших городских властей, потому что данный проект реализовывается со средства наших компаний, которые я перечислил. Дальнейшее, если к нам обратятся наши городские власти, мы готовы с радостью помогать и реализовывать эти проекты. Таких обращений еще не было? На сегодняшний день пока нет, но мы их ожидаем. Но вот если появится обращение от городских властей для того, чтобы установить, какое максимальное количество, или это не зависит? Можно хоть на каждой точке устанавливать? Это абсолютно не связано. То есть если будет спрос, мы готовы увеличить, может быть, бригады строительные и реализовывать эти проекты. Солнечное дерево на соборной установлено как массовый прибор, который будет помогать николаевцам, а вот у себя дома могут николаевцы установить такой прибор, чтобы действительно экономить на энергии? Солнечная энергетика, она стимулируется в нашем государстве законами Украины, которые позволяют жителям Украины не только экономить в первую очередь, но еще и дополнительно зарабатывать. То есть как бы это так называемый зеленый тариф, который позволяет жителям частных домов устанавливать частные электростанции и получать оплату за излишки своей электроэнергии от государства. То есть этот человек будет не только экономить, но еще и будет в плюсе? Совершенно верно. А насколько дорогостоящая такая процедура установка солнечной батареи? Скажем так, каждый проект, каждый дом, он по сути свой индивидуальный. Наши специалисты приезжают на объект, проводят расчеты, но в среднем, ну это будет, наверное, рекламный ход, в среднем станция 10 кВт будет стоить от 10-12 тысяч долларов. Опять же, мы должны делать скидку на то, что каждый дом, как каждый человек, он индивидуален. А сама окупаемость этих солнечных батарей, как скоро она наступает? Нам, как жителям юга Украины, повезло больше, чем остальным, потому что у нас солнечных дней и угол атаки солнца гораздо лучше, и поэтому это срок в районе 5 лет. Солнечное дерево уже установлено, как скоро смогут жители им пользоваться? Сегодня вечером у нас запланировано открытие. В 19:00 мы приглашаем жителей посмотреть, что это и как это работает. То есть уже сегодня будет презентация солнечного дерева, и абсолютно любой николаевец сможет воспользоваться благами солнечной энергетики. Совершенно верно, абсолютно бесплатно. Можно будет подойти и попробовать воспользоваться услугами нашего дерева. Спасибо вам большое, действительно, вашей компании за то, что помогаете городу узнать поближе, что такое солнечная энергетика, за то, что действительно безвозмездно помогаете николаевцам. Я нагадую телеглядачам, що сьогодні до студії Нового дня завітав Єгор Волошин, представник СТОВ «Солар Сервіс».